И снова здравствуйте, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, вышло продолжение моего любимого квеста под названием Troll Face Quest Video Games. И, блин, как я хочу в него поиграть, жалко, здесь будут не все уровни, тут всего 10 уровней, но на мобильнике будет остальное продолжение. Если вы захотите, ставьте лайк, я поиграю еще на мобильнике в нее, если вам этого сильно захочется. Или чтоб я просто поиграл в следующей части, если вам этого тоже захочется. Когда выйдет продолжение, конечно же. И, блин, круто, как выглядит уже отсылка к Варкрафту. И что же здесь надо сделать? Надо попасть в другой мир, где стоит туалет, видимо, да? Так, ну что надо сделать? Давайте же нажмем нашего чувака, и он только корчится. Возможно, если я в него побольше пощелкаю, он нагадит сверхъестественной магии и сможет все-таки туда пройти, нагадит телепортом. Нет, это не работает так. Может, надо нажать просто туда, и что? Ай, он испугался. Нет, не надо пугаться, братан. Ты мог сходить, вообще-то, на самом деле, зайти за портал и там нагадить. Но он, видимо, этого не хочет. Но, коль, наверное, здесь есть руки такие, то... Блин, серьезно? То есть это, по идее, была какая-то вонь, чем какое-то поле. Или это антиполе в спрее, я фиг его знает. Короче, тайную магию можно разрушить спреем, точнее, скверну. Или что это было бы такое, не знаю. Оу, портал, блин, круто, тортик, эй. Блин, ну что, нам тортик надо будет выкинуть или съесть? Хотя торт это ложь. Чё? Кто? Ты чё? Да, братан, взял, насрал мне на торт, ё-моё. Эх. Грустно как. Ну ладно, сейчас мы придумаем, как его слопать. Можно здесь нажать. А, я могу стрельнуть порталом и напасть на торт? Нет, блин, так не получается. Тогда надо, наверное, сюда портал стрельнуть. И тогда, наверное, этот хедкраб упадет в эту бездну. Так, ну давайте попробуем. Сюда, сюда и кушаем торт. Я могу? Эй, я не могу кушать торт. What the fuck? А, он типа сюда прыгает, и мы его уничтожили. И тортик мой. У-ху. Хотя торт это ложь. Сколько мы все знаем. Бесплатная игра на 35 уровней, да. Если мы будем играть в мобильную версию, если вот сильно захочется, то обязательно попробуем все уровни, посмотрим, насколько же игра нас затроллит. Так, то чё... Блин, а я не помню, что это за игрушка. Это Бен энд Эд, что ли? Да, вроде там были эти банки, и давайте откроем все, и... А, здесь ничего прекрасного. Типа я должен угадать, в какой банке находится что-то прекрасное или как? Видимо, нет. Я все банки вроде перетрогал, но тогда нам должен помочь клоун. Вообще, какая цель у меня здесь? Сюда нажать? Я могу сюда понажимать, но только это ничего не дает, никаких результатов. А-а-а! Точно, я уже забыл про эту механику. Блин, если бы я сейчас случайно не провел мышкой вперед, то это бы реально плохо кончилось. Так как я бы сидел, кликал, 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 хотя кто помнит, вообще самые первые части тролльские, там надо было попасть в последней игре, просто в пиксель на Монолизе, это было жесть, на Троллизе точнее. О, Assassin's Creed, отличненько, что здесь можно, прятаться в сено, можно потыкать на наших людей, давайте на сено. Что? What the fuck? Так, ну окей, а, ну мы можем тоже попердить, и это особо не понравилось другим ребятам, но я... Так, а отсюда задницу нельзя вытащить? Нет, меня убили за то, что я был слишком несдержанным. Ну ладно, такс. Окей. Может, мне надо одновременно на это нажать? Нет, так на меня начинают злиться все эти ребята. Я не хочу пукать. Блин! Кажется, ты меня доперло, что можно сделать. Давайте попробуем. Блин, ну меня запинывают. Мне это не нравится. Так, раз, два. Вот так вот, вот так вот. И вот этого чувака. Спрятались. И все... Серьезно? Я думал, что вылезет та жопа, которая там была, и она их, типа, на себя загрит. Ух ты, Дум! Крутота! Блин, вот это, походу, будет моя любимая часть, потому что, блин, здесь все с играми связано. Это офигенски. Так, что такое IDQ? Это можно двигать, нет? А я, на самом деле, не особо много играл в свое время Дум, поэтому IDQ, что такое, я не знаю. Я имею в виду про первый Дум. Можно оружие менять. Ага, интересно, так, это ничего не дает, да? Так, окей, ну стреляем уткой, и серьезно? What the fuck? What the fuck? Что? Ну ладно. Окей, а это что? Это какой игре отсылка? Я бы мог подумать, что это психонавты, типа, но нет, это же не должны быть психонавты, но окей, мы можем понажимать... Майнкрафт? А, это Майнкрафт, ё-моё, ну я бы никогда не догадался, пока не пришли эти чуваки. Окей, я, видимо, должен не так это проходить и не так строить дом. Так, ну можем лыбу подавить. Если мы давим лыбу, это ничего особо не дает. Текс, если я поставлю кубик, ну, да, поставили кубик, окей.
Ну, меня придут и уничтожат все. Черт побери, что надо сделать здесь? Может, надо что-то подержать, нажать? Нет. А и лыбу, если мы даем, тоже ничего не дает. Больше ничего не вижу. Видимо, либо надо, чтобы чуваки пришли. Давайте попробуем построить дальше, окей? Так, пришли эти чуваки и... А-а-а! Серьезно, это виртуальная реальность была? Да ё-моё! То есть мы по идее... Что? Что вообще? Да ё-моё, мне эта часть вообще мозг выносит. Она не столько меня троллит, сколько она мне просто выносит мозг тем, что вообще происходит. Ну ладно, это в любом случае круто, я в любом случае доволен. Так, о, какой-то бомжик и... А, я могу его двигать. Не знаю, мне просто улыбает, как можно потаскать его. А можно тебя вытащить за экран, нет? Блин, я хотел бы это попробовать. Ну окей, давайте его посадим сюда. Что? Просто, блин. Ну это было слишком просто, пока что слишком просто. Но это первые 10 уровней, типа, троллишь хим. Как же можем его затроллить? Почему Трейден, а не Трольден, например, был бы какой-нибудь? Ну ладно, Тролпион, по крайней мере, правильно. Ну окей, давайте нажмем, что будет. Просто плюнем в него. И это мы его затроллили, по-моему, его просто уничтожили. Нет, это мы прошли уровень просто. Ой, не прошли уровень, просто его завалили, точнее. Так. Я не хотел этого, и... Почему Скорпион стреляет кислотой? What the fuck? Так, окей. Что я должен нажать? Как? Троллишь хим — это не очень хороший вариант, потому что всегда заканчивается на одни. Может, какой-то камушек надо нажать? Если... Нет, ну не плюй ты в него! Я вообще этого не хотел. Я думал, что я нажму сейчас на что-то другое. Так, окей. Что можно здесь нажать? Трейден? Нет, нельзя. Трейден. Окей, это не работает. Тролльпион там сзади стоит, правда, эта собака. Но, скорее всего, если я нажму на этого чувака, то закончится тем, что он снова в него плюнет. Блин, вот это уже что-то потруднее, потому что я не вижу каких-то таких знаков, которые бы мне позволили проходить. Если я сейчас нажму, это все равно будет. Ну, если я на тебя... А! Я все эти уровни случайно прохожу абсолютно, ребята. Я просто нажимаю, начинаю таскать и такой, оп, прошел. Ну как можно было догадаться, что надо было с него шмотки снять? Ну ладно, так, это что такое? К чему это? Про что это вообще игра? А, на кликеры? Серьезно? Ну давайте попробуем. Я умею в кликеры. Я, конечно, сейчас делаю кучу этих себе кликов. Типа, прошел я... А вот это было нормальный подкол такой. Так, окей. Тролль-кликер. Закрыть? Тоже нет. А зачем закрывашка тогда? Я не знаю, может, надо типа накопить то количество тут. Типа, окей, давайте попробуем. Блин, черт, я перещелкал. На это нельзя ничего нажать, да? Ну, наверное, это вряд ли дает какой-то не особый вариант. Точнее, что-то мне вообще это дает, вряд ли. Если это закрою, тоже буду провалюсь, да? Провалюсь. Нет, здесь нельзя ни на что нажать. Может, на маленьких троллей, которые падают, надо покликать. Я больше ничего особо не вижу. Может, опять надо что-то потянуть? Потому что в этой игре это как бы нормально, что я что-то тяну и прохожу уровень. Но, видимо, в этот раз такое не работает. Может, в глаз ему тыкнуть? Нет. Тебе в глаза нельзя тыкать. Нос, рот. 100 баксов мы здесь не набьем. Может быть, это типа надо 1 бакс набить? Типа наоборот. Я сейчас специально зафейлюсь. Но я предполагаю, что эта кнопка сделана как раз, что специально фейлится. Типа так это не сработает. А, вот. Значит, я правильно подумал про эту тему. Окей, хорошо, прошли. Так, 10 уровень, кстати, последний это уже уровень. Тролль Икс, ракета. Угу, вижу чувака, и я уже догадался, что мне его надо было тянуть. Так, ну окей. Больше ничего я не могу сделать. Давайте ракету просто запустим вместе с этим товарищем. И оно просто не взлетит, потому что сидит здесь неприятный козел. Сидят всякие козлы неприятные, мешаются. Так, ага, мы его зацепили до самого низа. Теперь я могу его запустить, получается, или как? А, он как ускоритель работает у нас. Отлично, и теперь надо нажать, что приземлилось это сюда, да? Угу, все, я понял. Хотя это вроде не особо отсылка к игре была. Это скорее к этому, SpaceX, или как он называется. Что-то я... Или меня клинит. Ладно, не буду я сейчас говорить об этом, а то запутаюсь. Так, ну мы все проходили, получается, тролль-квесты. Тролль-фейс, квест-спорт, тролль-фейс, квест-13. Этот тролль-тюб. Мы все это дело проходили, но...
можем пройти полностью весь Trollface Quest на мобильнике, если вы это захотите. Поэтому, если вам захочется продолжение, ставьте Лойс, и я поиграю обязательно. Получается, там 35 уровней, вроде как. Я надеюсь, что... Просто в прошлой части вроде кто-то писал, что это, мол, те же самые уровни, просто их как-то разбили в другой части в прошлый раз. Надеюсь, что такого здесь нету, здесь реально будет 35 уровней. В общем, если вам захочется продолжение, ставьте лайки, мы что-нибудь придумаем обязательно. На этом все, всем удачи, всем спасибо за просмотр, не скучайте, не болейте, увидимся в следующий раз.